Так, надо себя выключить. А, ну выключено. Что? О, реклама какая-то идет. У тебя на канале. Чё? Почему я это гнида? Я Сурья Варман. Пенсионист, меценат. Амбар быстрее стою гавань. Библиотеку, театр, стадионы. А ты кто? Ты красный. А кто ты? Японец. Ржом. Ё-моё, я опять, у меня страна без рек и в джунглях, я опять сижу. И старт у меня на воде. Какой стресс. Албаза зато есть в джунглях, нифига. Да, земля у меня опять без рек, без радостей, короче, все морское. Ну чё, мне надо единственное, чё, рыбную ловлю учить срочно. Работника смысла нет строить. А давай-ка разведчика еще одного построим вместо воина. Быстрее поразведаем, тут животные сожрут. О, у тебя земля конченая. Желтая с черным. Но мы уже как бы встряли, я чую. У меня как бы есть ресурсы, у меня красители просто, вагон. Но пока этот вагон начнет денег носить, это... Ланса Муса, друг мой. Блин. Уже? Да. Я пока никого не видел. А у меня вообще пипец. Ну, значит, он выше живет, буквально вот на этой речке. У меня вообще, я на каком-то этой, на писечке на какой-то живу, короче. Можно назвать его полуостровом, не знаю. Чингисхан. Вот я отлично прям развлекуха на всю игру. Ну да, вот они, Мали. У тебя вон там справа, там сразу видно город на второй, прям потенциально. Его назовут Золотым. Я пока вообще никого не вижу. Я сижу в джунглях. Ко мне даже никто не пришел. Неужели здесь одинокий? Буду одинокий, одинокий. Одинокий. Маклауд. Это да. У тебя золото, блин. Пока ты на скиле не поставил, я не видел. Хотя вот тут на реке прям видно, что золотой город. Там и пищи, и поймы, и зелень какая-то. А у меня такого нету. Я сколько, Илюха, разведал разведчиком своим, я ни одной реки не видел у себя. Ее нет. Вообще ни одной речки в стране. Одно море. Зато море. Как говна. Львы загоняют, три, короче, стака львов гоняет моего разведчика, гнали, загнали. Сейчас сожрут. Убираю. Ужас. Выжил в лесу, спрячусь, короче.
Ты там живой вообще? Угу. Блин. Срочно нужен календарь. Мне вообще нужен план. Как я жить-то буду? Ганнибал буддизм основал. Вот как вот они так делают? Ну то есть они не начинают же с мистицизма. То есть он учит мистицизм, потом буддизм. А хрен его знает, у него там может где-то золотая шахта на голове. Он смотри, то есть у нас индуизм и буддизм основали поздно. А значит у нас нет этих религиозных пацанов. Всяких там. Ну я понял тебя. Истинянов, Изабелл, Монтисум. Мансамус основал индуизм. Как они так делают? Потому что они изначально знают, что типа такой сетап. Что за ледник? Вот там зато мрамор вон олени, видел? Да. Рожи будут давать, будешь радоваться весь. Они не дают рожи, они дают здоровье. А что мне учить дальше-то? Город, конечно, мёртв. Давай по стрельбу из лука выучу, подготовлюсь. Да, ё-моё, опять львы, вот ёлки-палки. У меня вроде играбельно. Ну как играбельно? Жить буду, как бы, но радоваться не буду. Всё, сожрут. Опять мы разведчик играем. Вроде опасные игры. Все, доигрался. Пили. Так, мне нужно кого-то дуболома строить в столице. Ну, следующий город по любасу пойдет к алмазам. Но они в джунглях. Так, в месте, где я предполагал, никого нет, кто-то есть. Рагнар. Надо идти разведывать, что там происходит. Так, у меня... Я что-то не вижу, где у тебя не сидят соседи. Thank you.
Разведчик Рагнара сидел в кустах, лечился, лечился, короче. Ход отдаешь, ну, ход проходит. Смотрю, короче, там вместо разведчика лев уже стоит. Жрали. Мало Чингис на лошадях с золотом. А где они у тебя? Я вижу их не границу. А посмотреть. О, это кто там? Чингис сидит? Угу. И золото, и лошади. У тебя какая-то территория, какая-то беда, конечно. А наверху, а кто еще? А сверху Мацамуса живет. Здесь. А где он? У тебя сколько потенциально городов-то, блин? Пока я вижу пока один на реке. Пока не знаю. А, вон оно. Чем Чингис уже город поставил. Но. Не, я только лучников строю. Корабли опять строил, чтобы обрабатывать еду. Вы открыли добычу руды. Ну, по сравнению с тобой у меня хорошо. Как это не тупо звучит. Бешбалык уже снова. А, так ты уже здесь. Как-то ты не сильно, Рагнар, далеко. Мансамус еще одну религию открыл. Че Мансамуса? Еще одну религию открыл. У меня в столице два сразу, две религии. Охренеть. Я пока вижу только одного соседа. О, второго нашел. И все такие какие-то, знаешь, корявые, я их называю. Прикольно, у меня все соседи полководцы. Хаммурапи. Ну, Хаммурапи он такой. Рагнар. Со своими подонками. Хаммурапи хоть он не сильно агрессивный. Ну, он главное, за Рагнаром сидит. Меня будут бить другие юниты. Короче, нужно три лучника поставить. Лучника, потом еще лучника. А вот сюда куда-то первый город ставить. Хотя по-хорошему лучше вообще вот на вот этот вот город. У меня будет пища. Холмов не будет вообще. У меня будет много пищи. И на горке будет город. Скорее всего, да. Пойду туда, наверное, и буду ставить. Я вот почему-то думал, что на единичку будет у тебя город стоять. Делать сейчас-то как поселенцы, если смотреть на ходу. А он, видишь, как советует. А он советует, потому что там, по-моему, больше зеленых клеток, да? Я считаю. Ну так вот больше всего зеленых. Ну так и коров захвачу с пряностями с этими. Ну это худший вариант, наверное. Ну так я коров, правда, захватываю. Да что-то я вот, мне кажется, забирать себе вот эти скалы поганые, хотя. Посмотри, что ты придумаешь. Прикольно, у меня в стране нет ни одного работника и поселенца. А я серлю в лесу сижу по уши.
поселенцы сейчас будут строить. Всегда старт с воды поздний идет. Построю 6 ходов, еще расти буду. Ну, нормально. 6 ходов. Это нормально. Раз пока декорас построить. Блин, Чингис, а? Халявщик. Бронзовую литью открыл. И... Нет ничего. Бронзы нет. О, сейчас выучится лучник и надо строить поселенца. Вы открыли бронзовую нить. Так, бронза у меня, как всегда, нету. Красителей только. Это мне надо очень-очень быстро строить. О, барбаль, каньоны пошли. Да, он как-то провальный стат. Ни работника еще, ни поселенца. У Рагнара уже 2 города. Нужно что делать следующим ходом. Ходом я буду строить проходник. После поселенца. Потом мне нужен маяк, чтобы это были булки. Булки позволят мне поставить поселенца еще одного. Второго быстрее. Вы открыли мистицизм.
растет. Какая подлость. У меня был там маленькая такая писечка такая незасвеченная, короче, в одном углу. Я подумал, ну не буду туда лучника нести. Ну одна клетка, да? Не светится. Одна. Из там 10. Думаю, не поведу туда лучника. Чпокал, дуболом там появляется. Из этой клетки. И теперь в этой темной клетке там дуболом тусуется. А я хотел туда, короче, просто поселенца вести без поддержки. Страны получалось. В итоге тик нет. Потому что там тусуется теперь гнида. Короче, мне будет хорошо только в лейте. У Рагнара тут такая деньги. Он золотовик, и у меня будут большие проблемы. Я буду плыть тебя искать, иначе мы сдохну. Я точно сдохну. С этими психами финансовыми. А у него там реки, все дела, короче. Все радости жизни. Есть бронза. Только это пипец, где она. Чингис третий город уже поставил. Я еще второй-то не поставил. У меня холмов нет что-то вообще. Как я тут жить буду, не пойму. Да, все, загнали. Козлы. Да, дуболомы, варварские с лучниками моего разведчика загнали. Ну. Зачем я учу железо? А! Чтобы вырубить джунгли и построить кучки на алмазах. Это мне даст возможность экономику хоть как-то кормить. Холмов у меня тоже нет. У меня единственный производственный город — это столица. Столицу надо большую мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 минимум. У меня столица должна быть 11, чтобы нормально приносить добра. Вагон денег, там все дела. Блин, Чингисхан вообще рано придет.
Почему здесь? Хм. Так, ну я меценат, да? Значит, что я могу? Я могу прийти и Рагнару на голову поставить город. Вы открыли гончарный... Потом двигать его всю игру! На голову, говорю. Ты можешь попытаться. Сейчас что мне нужно? Мне нужно батраки. Для чего? Чтобы повырубать весь нафиг вот этот лес. Следующий поселенец будет очень-очень быстро. Если я вырублю две кучи леса. Еще один город. Чингис, сколько тебе городов-то там нужно? Че-то у тебя у воинов какие-то медальки. А, по горам бегать? По лесам. Прикольно, мне нет производственного города, но у этого пипец, у Рагнара уже армия конская какая-то. Варвары, точно. Блин, у меня плохая страна. Надо хоть здесь как-то отжать. Попытаться. Я понял, я вижу, что у тебя плохая страна. Видишь, да? Угу. Прикольно, у меня советчик, знаешь, который поселенцев советует. Ну. У меня родился поселенец, и у советника нет ни одного варианта, куда город поставить. То есть даже компьютер автоматически не может понять, куда бы ему поставить, потому что все конченое. Так, промышленное судно готово. Маяк. Давай сделаем маяк. По крайней мере, попытаемся. Снизу, короче, никто не пришел, значит, скорее всего, внизу никого нету, значит, там все типа мое. А мое это все, это сколько моего там? Так быстро растет. Вы открыли мореплавание.
Ты выживешь? Не знаю. Железо, если будет. Сейчас железо выучу, потом памятники тоже выучу, чтобы вообще задавить его. Блин, мне бы колосса поставить. Че дает колосс? Водные клетки во всех городах. Посади. Это пипец. У меня все города морские. А колосс у нас до какого существует? Астрономия. Ну это неплохо, нифига себе, то есть можно с колоссом-то жить, да? Можно, да. А что строится быстрее, из-за чего? Нужна кузница, и если есть медь. Блин, у меня в теории медь есть, но она пипец как далеко. Я пока до меди доберусь, у меня сдохну, ё-моё, экономика умрет. Ну кузни мне стопудово надо, иначе я здесь сдохну, у меня вообще нет ничего, что можно было по-нормальному улучшать. Нет, ты мне советуешь туда, я туда не пойду пока. Вот же блин. А сюда пойду, но... Значит, Ганнибал живет за Чингисханом. Он точно придет ко мне. Пыль это. По-любому. По-любому, да. Угу. Так, тот от меня может быть вообще фермерский город на первое время. Мне лучше библиотеку поставить. А у меня есть улыбка вообще ранняя какая-нибудь, хоть одна. Ни одной. Ни религии. Нифига. Вы открыли письменность. Даже не представляю, мы на одном или нет. Чё не представляешь? Ну, на одном мы или нет? Ну, я нашел только двоих, и у меня съели. Скорее всего, мы на разных. У меня пошел Рагнар, Хаммурапи. Есть сектор, который я не расследовал. Но, как бы, я смотрю на тебя никак. Мы вообще с тобой там не перекликаемся. Ты оракула, не? Чувак такой. Советник. Ставь город сюда! Ставь сюда город! Сюда ставь! Ставь сюда! Я... Все, она мертвый, просто мертвый. Мертвый, мертвее. Ну сюда ставь вообще там, просто мама не горюй, короче. Я не буду туда ставить, короче. Поставил свой город, стою радостно, железо изучаю. И прям, вот куда он мне говорил город влепить, там прямо, короче, на этот кусок железа поставить его. В итоге у меня одна кучка железа, и она теперь дико недосягаема. Но я сейчас сделал себе ход конем, сейчас создаю раба,
иду и начинаю жить, короче. У меня экономика, прикинь, короче, я еще учу мистицизм на 60%. И иду там в минус почти, как бы. И учу там ходов 7-8. То есть у меня вообще экономика. Так, раба я создал. Этот раб у меня пойдет. Ну да. Город надо ставить. Вы открыли каменную кладку. Боюсь, живые. Там за мальцем улицы столько территории. Короче, мне надо как-то... Мансамуса угроза для него никакой, я думаю. Тебе бы железо бы узнать, где есть нету. И Чингисхана бить. Бить, да. Ну а что, есть еще вариант, что с Чингисханом делать? Ну, не ты так, он... Ну вот, я думаю, что, скорее всего, он будет послать меня, а не я его. Поэтому я вот ставлю город вот здесь вот. На горе. Надо с ранней стеной какой-нибудь, блин. Чтоб он усрался там, если что. Как с Мансисумой, если. Может, поломается и сдохнет. Комплекс Майя начал строить 40 ходов. Уже? Ну а что делать? Плохо. Я его, наверное, никогда не построю. Как-то рано, мне кажется. А? Рано, мне кажется, что это начал. Думаешь, рано? Ну. У меня просто там щитов совсем нет. Ну давай казарму построю. С казармой построю пару лучников. Ну вам все равно там город такой, который ничего не так и не может производить. Блин, щемить мне через. Наверное, мне надо пытаться пробираться сквозь эти джунгли. И дорогу к Мансамусе. Надо разведчика построить. Нужно понять. Нужно, во-первых, открытые границы с Рагнаром, туда разведчиков засылать. Ага, варвары там построили город, хорошо. Чтобы Рагнару халявы не было. Щитов у меня в столице просто тонна. Домик мы поставить. Ну, столица у меня хорошая. У меня очень производительная, но пока очень нищая. Она будет не нищей, когда будут красители вагон. А красители — это пока что запредельная мечта. Может, реально так вот город поставить? Что раз лучше, почему вот так? Хорошее место тебе советуют. Его мрамора нет, но зато олени, еда. Хоть как-то город существовать будет. Ну, он будет на воде сидеть и пофиг. Не, ну, по крайней мере, там вон пища будет, кусок оленей. Ну, хотя бы будет не два города, а 3-4, там и клетки будут свободны. Это кто там копает в красителях что-то в джунглях у тебя? Это Наполеон. Французишка?
Ты что там пипец, у меня всего два долбона. Тоска какая-то. Но я гнида, я гнида, я же сурья барман, мне. А гнида, может, гниде хорошо, можно там вытворять дела. Гнидские свои вот эти вот. Двигание территорий. У меня красители пипец, Илюха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, в этой катке я чую, будешь ты меня искать. 8. Так я вынужден буду искать. В плане, знаешь, в каком? Мне очень-очень нужно компас. У меня, смотри, у меня 2 города на море. Сейчас будет третий, 3 города на море вместе со столицей. Будет еще один, он тоже на море. У меня все города на море. Орлеан. Орлеан это второй город Франции. Так, вторым строением будем строить стены. Блин, мне надо, Илюха, стопудово как-то это... литье сделать. А как его сделать? После календаря или до? Как хочешь. Просто календарь мне денег даст. Много денег даст. И монархия нужна. Блин, мне надо с Чингисханом дружить все-таки. Отношения хоть подниму. Да, похожу, посмотрю. Строит комплекс майн без вариантов, а ты идешь сюда. Вы открыли обработку железа. Да, мертвецкие города здесь. Париж. А, вот железо, вот где оно. Пипец, город мертвый, да, ради железа ставит. Там даже еды не будет. Там ничего не будет. Просто кто может быть таким упоротым, чтобы изучить литье? Так рано. Он 700 стоит. Да не, как бы это писец. 700 это прям до хрена. Ну как бы выбирай. Потенциально на тебе, естественно, очень сильно пригодится. Блин, у этого мечники уже. Она очень сильно, у меня пошел пипец. Вот еще один. Вот как мне вот здесь город поставить? Это же просто капец. Столицу забрать под холм все равно. Сильно дофига холмов в столице. Ну, к примеру. Кешики, там, лучники там просто. У меня уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеток морских в столице. То есть прикинь, как колосс меня там заборстит.
Блин, ну-ка дай-ка я сохранюсь. У тебя там нормальная ситуация? Ну, жить можно, что ты хочешь. Не, ну если тут вдруг на меня нападут, что можно будет как-то загрузиться и сыграть немного по-другому. А-а-а. Ты хочешь типа это продолжить, кат? Ну, этой катки мне тут прям, конечно, мне тут халявы не будет. Не будет? Ну, то есть она жесткая очень, да. То есть, ну, мне как бы интересно поиграть ее, потому что как бы экономически я могу как бы неплохо вылезти. Но в плане, типа, будет сложно. Но как бы если выиграть, это будет, конечно, подвиг. Отвечаю. 10 мечников надо создать. Чё сейчас мне даст? Мне даст. Вы открыли. Чё у меня? Железо так теперь паскудно расположилось, что... У меня есть бронза. Можно обработать бронзу. Я не хочу вот сюда вот ставить город ради города. Но календарь, конечно, мне даст больше денег, чем литье. Ну и вот, вот тебе и ответ. Календарь просто кули мне даст. Там кули будут просто. У меня столько красителей. Но без монархии я их не объем. А как я могу монархию быстро получить? Я могу получить красители, монархию. Все, я сейчас. Да какой молиться уже, враги, иди ты в жопу. Уже злейший враг, говорит, моли. Только начали играть. У меня Ганнибал злейший враг. Что у тебя еще? Ну, Ганнибал злейшим врагом, у меня, блин. Че меняем? Меняем Мансамуса. Ну, мы с другой религии сидим. Причем можно вот посмотреть, то есть Ганнибал минус 3, а Чингисхану минус 1. То есть ему особо пофиг. Чингизу религия там, не религия. А Ганнибал, видишь, имеет значение. Но он непредсказуем. Ганнибал, не поймешь, когда он на тебя нападет, а когда нет. Или духовенство. Орлеан. Город Орлеан захвачен варварами. Это второй город Франции. О, да. Уф, кулечки, кулечки, алмазы. Блин, убыток этот, так у гава, ничего не строит. Все красители. Если я краситель отработаю, у меня, в принципе, он мне и рожу принесет. Просто убыток. В плане строительства там какого-то. Кто? Да так у гава, блин. Храмы не строят, ничего не строят, стены какие-то сраные там. Ты можешь юнитов коней лепить. Ну только вот юнитов, да, я могу лепить. Лучше. Но мне же не только юниты нужны. У меня есть один большой сейчас пока преимущество. Рагнар ко мне воевать рано не придет. У него территория просто громаднейшая. Он пока ее всю там откучает. Да, у меня похожая ситуация. Там у Наполеона столько... А кто пирамиды влепил? У тебя? Ну, давай посмотрим. Не, у тебя, если бы ты знал... Не, не у меня. Не, там все зависит от шпионажа еще. Mm-hmm. Это не у меня. Тебя тоже написали, да, в дальних краях? Ну. Пока на всех шпионаж. А комплекс Майя считается как чудо света, он несет культуру? Да. Ну он мало чудо света. Плюс 4. Че, еще поселенца лепить? Сначала лучников и поселенца.
Надо засирать. Но надо аккуратненько засирать. Чтобы не все не это. Не восрать. Блин, я так очкую. Просто капец. По поводу. По поводу Чингисхана. О, он религию мою принял. Молодец. Алфавит знает. И верховую езду. Все, с Чингизом. У Чингис. Чингис объявил врагом Мансамусу. Злейшим. Почему? Вы же одной религии. Что, ничего не применилось? Триггер не сработал? Да он посчитал, что тут говнюк. Чингисхан законодатель моды у нас здесь. А он всегда законодательным. Он просто самый опасный из всех. Да у него столько территорий, тут просто капец. Я боюсь представить, что там у этого творится. Ганнибал, если он еще выше идет. Вы открыли монотеизм. А, вот он уже. На. Катка будет тяжелая. Угу, очень. Катка будет просто капец, какая жесткая. Варвары реально забрали город, там три человека сидит, три лучника. Да, Наполеон будет там возиться с варварами год. А у меня такая же ситуация с Рагнаром, у него там за ним просто пастбище этих дегенератов. Домик надо тут строить однозначно. Лучник готов, и поселенца шлеп. А ты что делаешь? Ты лес рубишь. А лучника мы везем. Тук-тук-тук. Алмазы. Второй кулек делаем. Со вторым кульком. Короче, алмазы меня прокормят до красителя, а красители прокормят забурстить литье, и буду психом просто. Если это все пройдет, если это сработает, монархия бы еще как-то забурстится. Пока что я только тупо письменность учу. Иду уже на монархию попёрну. Фига ты конь. Да как хер и халява, вон баксы, блин, лежат в столице. Обработанные уже нечестным путем. Почему нечестным? Потому что халява. Нечестным, главное. У Рагнара даже письменности нет. Не получается с ним дорогу найти к нему. Мансамуса, ты будешь там религию разносить дальше? Тогда кури. Что тут делать еще? Два кулечка радости, ё-моё. Какое счастье. Интересно, как долго я до железа буду территорию двигать. Может, город там реально поставить? А чем он питаться будет? Так, он будет просто стоять на железе. Чингис. В принципе. Забавно. И в море смотреть. Все против Мансамуса настроены, короче, враждебно. Не знаю почему. Поэтому Мансамуса никогда не доживал. Его все время же бьют ногами. Сейчас я так предполагаю, короче, его будут пинать опять.
Ну, просто Ганнибал, Чингисхан, они против него. У Чингиза с ним плюс 2, он все равно козел, говорит. Странно. Я по очкам такое чмо. Интересно, у тебя сколько там? Покажи древо науки свое. Я еще пока не вижу. Вот, все, сейчас увидел. Письменность есть, железо есть. И монархия есть. Ну да, ты побыстрее идешь. Ну, у меня была проблема. Мои алмазы были в джунглях, надо было железо учить. Пока я это делал. Сейчас библиотеку срочно надо ставить. И можно уже будет варьировать ученые, щиты, ученые. А у меня что, автоматизация стоит рабочих? Её с прошлой катки осталось. Не рабочих, миссионеров. О, у меня в математике еще есть какой-то барай. Ну это место к еду. Который дает еду. Ну, он такой. Эта еда не так сильно лишает, как кажется. Ой, Ганнибал там прет по технологию. Конечно, жестко. Пирамиды, вот они у кого стоят. Это беда. У кого? Да у гандона у этого. У Рагнара. Блин, религию все растащил. Пипец, кто так город ставит, эй? На голову-то мне зачем его ставили? Нажму-ка я коров обратно.
храм построить надо. Давай пока тут дом поставлю. Вообще с Урагнара все отлично. Я бегаю, смотрю. И чувствую свое ничтожество. Так вот построим. Конфуцианство. Тут просто, там уже вообще, что творится, ты бы видел. Где? Там адский замес происходит. Там такие армии у Рагнара ходят. Что-то вообще не напрягается, я там смотрю. Ему вообще там хорошо. Вопрос, куда они ходят, там просто там пипец. На Хамурапи пошел, да-да-да. В атаку, что ли? Да, все, там, там пипец полчища. Рагнар объявил Хамурапи войну. Жесткие они какие. Рагнар что-то совсем злой. Прям, прям вообще, вообще злой. Прям мне вообще страшно. Манилоу, мы просим, чтобы кимеры приняли участие в нашей войне с Туканисией, как вел Миланяне. Ладно, давай. Какая разница? Посижу, кофе. Вы открыли монархию. Чтобы Рагнар не убил меня, я войну принял. Посижу, как бы, поулыбаюсь, чё. Алло. Здравствуйте. Да, верно. Угу. Понял, хорошо. Спасибо. Да. Да, плачу сегодня. Да, да, хорошо, что предупредили. Угу. Угу. Все добро. Капец, Чингис там побежал, город завоевывает, мой, блин. Все. Да, тут так. Да пипец, вы чё, я его хочу. Обратно побежал. Что-то, блин, мне не нравится, что там мутит этот Рагнар. Не Рагнар, а Чингисхан. Прикольно, я думал, Рагнар будет развиваться, сидеть, что-то там у него территория, пипец, можно копать и копать.
Ду-ду-ду-ду! Сразу хотел на развитие. Развитие это не к нам. Чё? Я уже маслаются. Ну да. Мне железо это надо сразу побыстрее добыть. Там город-то хороший. Ну реально он не пошел развиваться. Ну реально пошел маслаться. Чингисхан буддизм принимает опять. Да какой буддизм? Да я тебе притащу что-нибудь. На тебе религию. На ты ублажаешь Чингизана. Так пошел он нафиг. Чингизанька, чё? Чингизанька, ты не думай про меня плохо. Он думает. У нас разные религии, но мы же с тобой друзья, да? Да. Да он какой-то странный, он сначала с буддизмом сидел, потом принял индуизм. Сейчас опять сменил на буддизм. Его не поймешь. Я так очкую, надо сохраниться. Я не представляю, как отбиваться за эту хрень. Он уже математику выучил. Он, скорее всего, в конструирование прет куда-нибудь там. Кто-то сдох меня. Лучник сдох. Офигеть, Рагнар, я думал, он будет экономику строить, но не строит он ничего. Просто замес и все, и пофигу. Мороз. Цивилизация, в общем, Чингисхана. Как он вообще по технологиям держится это? Я вас всегда удивляю. Ну я лично сейчас в порор в жопе. Я как бы меня города опять не строю, как бы сейчас. Но у меня как бы провал. Реально есть провал. Провал. Нет, пипец. Я боюсь просто. Меня убьют и не заметят. На, Чингисхан, ты индуизм. Хочешь? Столицы. Чингис. Индуизм рулит. Я прям чую, да, как туча сгущается просто. Прям вообще чую. Чую густее, тут тучи густеют, так густеют. Наполеону тут полмира будет, если он все заберет. А он заберет, можно не сомневаться.
быстрее рудник стройте уже. Я тут, блин, сижу тут, толкаю вообще тут календарь конченый. Ура. Наполеон принимает буддизм. Мы теперь с Мансамусой сидим с индуизмом вдвоем. Круто. Вообще не круто ни хрена. Рагнар еще воюет, нет? Воюет. Он здесь культуры как-то отодвинул чувака еще. Это Саварет еще. Вот эта клетка сейчас будет монгольская, пипец. Надо поселенца строить. Местника как-то делать. А секироносчики же атакуют город. Да. Можно же. Вражеский шпион похитил технологию политеизма. Это Чингис? Обворовывает. Я сейчас комплекс Маи наконец-то дострою. Это просто будет вообще. Рагнар что-то по мне на колесницах рассекает вообще пешком. 20%. Ганнибал даст границу? Не даст. Он злейший враг. Куда это кешики побежали, э? Бить меня, что ли? Ганнибал феодализм был, почему? Блин, мне надо не забыть, что я как бы это... Вот увидел, короче, галеру Рагнара, Томна сидит уже. И на побережье что-то сидит у него, там какая-то хрень, домик. И три монеты. На воде. А, ну он финансист. Ну что, гавань? Мы открыли бы. Ну я вообще по очкам, конечно, где-то там. Плинтус, и я под плинтусом. А че это к тебе там? Чингисхан подсматривает, стоит на лошадях. Да, он че запарил, я знаешь как очкую. Подсматривает, там наверное капец уже полчища готовится. Там не забудь копейщиков строить. Как раз там секёт. Куда это побежало? Тут просто пачка кешиков. Город тот брать, который я там хочу взять. Там уже два лучника сидит. Пипец, пока в одном месте джунгли вырубал, они выросли на соседней клетке. Что за... Давай комплекс Маи, ну ё-моё, два хода осталось. Два хода ему осталось. Будет у меня комплекс. Комплекс будет целый. Майя. Денег сразу привалится. До календаря 4 хода осталось. Я тут пипец сижу. Выжить бы до этого момента. Да вообще капец. 7 ходов до рождения подонка.
что не заберет Чингис Тангуру. А потом монархия и литье. Такой толпой побежал. И будет у меня слева и справа, и это капец. Христианство основано. Агнар, красавчик, приехал по мне, побегал, все увидел, что хотел увидеть, и свалил. Пошел это. Он оценил, короче, думаю, что я тут на Хаммурапи-то вообще зарыпаюсь. Вот где пацан сидит. Рядышком, да? Рядышком, жри, не хочу, короче. Я такой, у меня там защищается два лучника. Блин, реально феодализм что-то штурмовать. Деньги нужны вообще. Вы открыли медитацию. Мне этот город хотя бы забрать и нормально. Короче, мне нужно армию строить. Ну, да мне нужны бабки. Все. Вот вопрос просто в бабках. И монархия, бабки, и вот сейчас календарь, и все, и надо готовиться, иначе меня убьют. Ну хотя, как я буду готовиться, если у меня кроме лучников простых строить ничего не могу? У меня пока нет ни железа в стране, ни бронзы. Ни коней, обработанных, по крайней мере. Блин, поселенца надо еще делать одного. Так, что там с отношением? Чингис. Ты чё там религию ты не понимаешь? Кешики там прибежали толпой целой, блин. Справились с заданием элитный меч на то. Ну, ферму отжал культуры сраной, блин. Блин, у Рагнара там пипец возле меня тусуется, я пипец, мне страшно, на, меня бить могут. Надо срочно там. Да ё-моё, у него в соседнем городе, ближайшем ко мне, там такая бригада стоит уже. Секирщики, макирщики какие-то там. Там твари столько, что слов не хватает. Убили моего разведчика, догулялся. Я календарь открыл, все, сейчас начну деньги делать. Делать? Угу, буду. Да блин, забрал город, ну пипец, сраный, блин, Чингисхан.
А, варварский забрал. Ну пипец, я хотел его отжать, нормально было бы. Нет, нафиг, блин. Приперся кешиками через всю страну. Отжал, блин. Гнида. Так это провал. Ну, неприятность. Нет, это прям провал. Значит, вся моя страна уже готова, блин. 6 городов, блин. Ну, у меня примерно, а у меня, кстати, примерно так же. Только я еще не готова, моя страна готовится. А, варварская галера плывет. Булки мои ломать на побережье. Гребаная, блин, земля водяная. Пипец. Хаммурапи за этим заключил мир. А со мной нет. Провал. Тоже. Да блин, какой-то агрессивный сосед. Получается, надо всегда иметь сраное войско, платить за это войско там. Угу. Есть такая проблема. А не будешь платить, убьют. Угу. По-жесткому. Наполеон. Примите буддизм, иди в жопу. Мы сидим с Манса Муса радостно, нормально. Что там у нас по деньгам? Ганнибал бегает там. По могуществу Ганнибал в топе с Чингизом, выше Чингиза даже. Как будто он готовится. Манса Муса, у всех здесь враг, реально. О, Чингисхан построил. Висячие сады. Побольше лучников строить, что ли? Лихио знает. Кто? Ганнибал. Все, пипец. Мой план отвалился на.
Он построит колосса. Нужен план такой. Ну он реально колоссов бабахает, что тут скажешь. Чингиза не убьешь, и нельзя напасть на того же Манса Мусу. Еще надо город поставить вот здесь. И вот так вот как-то город поставить. Ну это будет так один здесь что ли. Ну да, мертвая земля, но за счет воды будем. Хаммурапи никак не хочет мир заключать. Сейчас придет. Плывет кораблями. А это нет, фу, это Рагнар еще плавает. Чингисхан. Ну-ка, я себе нажму, не чем скажет. Манса Муса на злейший враг. Не стоит с ним поддерживать торговых отношений. А я только с ним и поддерживаю. Кого-то убьют скоро, короче. Мне можно культурный выигрывать, теоретически. И всем можно культурно выигрывать. У меня три религии стали. На меня одной. Но культурно выигрывать можно. Как-то, блин, если я буду играть пассивно, ничего это хорошим не закончится. Я вот тоже чую. У меня только драка с Рагнаром, хотя сейчас делаюсь с Хаммурапи. С гнидой. Ну драться с Чингисханом, это сам знаешь, да? А этот, по-моему, сидит на представительском правлении, и у него в золоте Рагнар, я не знаю. 9 городов. Эту катку, по-моему. 10. Мы сосем. Ну с Рагнаром драться нельзя. До того момента, когда у него был ему на эти упыри. Может и можно, но... Колосс построил. Ганнибал, да? Ганнибал. Чё, построили уже? Да. Ну, я как бы, чё тут скажешь? Реально долго я собирался его строить. Чё тут? Всё нормально. Ну, здесь надо точно ферму строить. Но зато я себя забурстил. С монархией сделаю, и у меня будет все хорошо. Конструирование, алфавит. Феодализм. Так, сейчас я пойду. Huh?
Так. Что делать? Что учить? Так, Чингис знает конструирование, кто бы не сомневался. О, кит. Сейчас культуру отжимать. Я вот тут сейчас пока там, посуду мыл, думал, мне надо заранее подготовиться, чтобы везде в городах был буддизм, короче, в случае чего перейти. С другой стороны, мне нельзя бить Манса Мусу, иначе слева Наполеон припрется, справа будет Чингисхан, это пиздец. Сейчас у варваров город стоит на холме, как его выбивать, вообще не представляю. Что-то чудес в этой карте не строю, отбиваю. Да я что-то вообще посмотрел, поанализировал, что-то вообще не воняет. Хаммурапи так и не хочет со мной мириться, ни за деньги, ни никак. Да это, по-моему, слив. У них там городов уже просто прорва. И у меня опять там по всей стране такая каланча. Рагнар идет радостный. Завоевывать. Чингисхан объявляет войну Манса Мусы. Вот он. Момент. Пойду-ка я посмотрю, что там, как он дерется. У меня лошадей тоже нет, да? Нет, да. Ну-ка пойдем глянем, что у них там за война будет. Вроде как круто было бы вписаться куда-то, ну типа в сторону Манса Мусы, но как я и сказал, по-моему, его бить нельзя, блин. Иначе если снесут Манса Мусу, потом будет кого сносить, блин.
Да, Чингисхана бить. Да, скорее Как-то. всего, Чингиза видно. Как-то. Ну как? Ну, это уже да. Это уже следующий У вопрос. него здесь город Турфан. Там лошади. Единственные лошади. Пойду как Ганнибалу схожу. Есть у него лошади? Нету лошади. Наполеон. Блин, вообще ресурсов нет. У нас торговой сети с ними. Хмурапи, мы что, будем вечно с тобой воевать? Что за упоротость? Короче. Чингисхан предлагает объявить войну Мали. Не хочу. Это уже территория Мали. И где войска? Чингиза-то? Катапульты, колесницы. Ну, как-то поселенцев лепить нет. Здесь, наверное. Чемпион обнаружен в районе Киото. Как-то Чингис странно войну объявил. Объявил и потом пошел. Не готов. Ну, ходил просто гулял, думаю. А, война, похер. Так думаешь, все было, да? Скучно, но хожу, хожу. О, что-то есть. Война, пойдем, а, пойдем, война. Чингиз, где ты? А, Мансамус алфавит не знает. Так, никто его не знает, я тоже не знаю. Все тут знают. Это пипец. Провал провалов. И, блин, хочет Рагнар забрать город варварский, который мой тут в самой глушне. Это вообще залет. Шансом 16. Ну, это пипец, надо юнитов тонну. Ты чего так долго ходишь? Да я думаю. Что там думать надо? 5 городов, блин.
Ну ты Парфенон ставишь. Рагнар, занимайся там своими, блин, у тебя там пипец. Развиваться и развиваться, он, блин, ко мне ходит со своими, блин, упырями. О, конструирование знаю. Рагнар меня втянул в эту войну, я с нее вылезти никак не могу. О, там стак идет. Открыли литературу. Ну ладно, посмотрим. Чингисхан, ой, этот Ганнибал куда-то полетел там. Вы открыли конструирование.
Все, отгрохали. Что можно? И нельзя. Сломался, что ли, Хаммурапи? Вечно будем воевать с тобой. Что-то хочет? А? Хочет что-то? Да в том-то дело, что вообще ничего не хочет и не чинится. Я говорю, давай миром. Эй, эй, дряти будем, будем дряти. Придет, придет. Там еще один едет. Да, Чингис тут. Короче. Нет вариантов. Только Чингисхан, короче, надо и готовиться. У меня там самурай, на этом этапе попробую что-то сделать. Сейчас выучу то, что хотел. Плывет гнида. Главное, чтобы не сдулся. Захваченная Мансамуса, пипец. Он здоровый будет, этот Мансамуса. Тут не поймешь, кого уже бить, блин, Чингисхан или Мансамусу все-таки. Это да. Кого-то точно надо, вопрос. Мне тоже кого-то надо бить. А чтобы бить, мне на кого-то надо пипец тут быть. Ничего не слабо. Да как Парфенон построен? Кто построил нафиг, блин? У меня два хода осталось, блин. Кто там у вас знает эстетику? Сраный, у меня никто не знает. А, знает, Ганнибал узнал. Неужели он? За пару ходов, что ли? А, не знаю я, кто построил Парфенон. Тот же, кто построил Оракул, Стоунхендж. У тебя там есть такие? Да хрен знает, я по Хаммурапи вообще не могу походить. А этот меня построил тут. Ну у меня Райнард построил тут пирамиды. Рагнар. На изничах. Шведогоны ставят. Как шведогоны? Вы я тоже не строил. Календарь. А, вот, я построил. Шведогон построил. Сделал. Да, она мне как бы особо не нужна, но... Ради культуры... Я вот только алфавит выучу. Я его не знаю, не секунду. Я просто выучил, не знаю зачем. Пойду я к Ганнибалу, блин. Эстетику втюхую, блин. Ты за 30 денег, иди нафиг, блин. Что за расценки у тебя, Ганнибал? Ой, Ганнибал, это очень видимо.
Чингисхан монархию принял. До этого без монархии. Сейчас я... Вассальная зависимость. Не, ну это все это отжимаем. Это не надо. Пипец, кузницы так долго строятся. Кошмар просто. Вроде щитов у меня вагон, а пипец, кузница делается. Ё-моё, блин, год. Вообще все не нравится. У Хаммурапи, блин, у меня 750 очей. А ты видишь, сколько у Ганнибала? Не, 879. Он и конструирование знает, и эстетику, и суд законов, и политеизм. Все знает. А я с ним воюю. Я думал, он не собирался с тобой воевать, не собирается. Ладно, ладно. Самуса тут. Я планомерно начинаю сливать. Сливармана такая хрень есть почему-то. Я причем как бы не понимаю, что делать вообще пока что. Железо я так и не захватил. А у тебя железа нет? Да? Ну пока в стране нет железа. Я думаю, вот дорастут, дорасти до него или... Так, ну тут 44 хода еще расти. Наверное, поставлю город. Проще будет, как советовали, прям на нем. На железе. Помирился. Черт побери. Вы открыли драм. Вот это вот вообще. Ну он понял, что он не так отражает. Решил замириться. Давай, кузня сраная, стройся быстрее. Ой. Слоны там. Иди нафиг, блин, Мансамуса. Ганнибал принимает бюрократию. Бюрократия нафиг, охренеть. А, календарь же знаю.
мне религию принесли. Пипец, у них по могуществу там. А где религия у меня? В каком городе случайно образовалась? Найти не могу. А, в самом, блин, в самом конченном. Я там даже подонка отнести не смогу. Требуется Конфуцианский монастырь. Строится 40 ходов будет у меня он. Пипец. То есть у меня есть религия, но ее нету. А орк религия? Тимбук, естественно, нету. Потому что у меня религия только в одном городе. Так орк религия позволяет строить. Ну я понял тебя. Миссионеров просто... без монастырей. Просто как бы фишка-то в... Не, смысл. А ты построил библиотеку? Да. Какой. Сюда и влеп. Куда еще влепить? Китаец какой-то ты. Неправильно. Я японец. Японец. Капеллу поставили? Я тут в музыку иду, один ход до музыки остался. Построили. Кто-то там сидит и, короче, штампует, просто пипец. Нет, а кто построил? Не понял. И зачем мне музыка теперь? Чтоб ее заменять кому-нибудь, я знаю. Все. Я дошел до предела своего государства. Такой я и останусь. Вы открыли алфавит. Ее бы мне уже раздобыть. Одну улыбку осталось. Эх, не могу я догнать никак по технологиям. То есть, чтобы нападать, надо же хоть как-то превосходить технологически. Вы открыли нужду. Я думаю. Мансамус уже по три религии в каждом городе. Обалдел, что ли? Он все успевает делать. По сути. О, да. Так, ты что делаешь? Ты занимаешься хнёй. Как занимаются хнёй? Бегают, дороги делают.
Я такой сижу, думаю, у меня армия есть. Посмотрел, что Хамурапи там и просто... Нету, да? У меня не то, что армии нет. У меня вообще... нет плана, и это провал. У меня тоже нет. У меня в прошлой катке был план, и все хорошо получилось. Да потому что там было явно, что ты там, преимущество по деньгам, преимущество по всем, ты такой, бью рожу, все. А здесь сидишь, ой, этого боюсь, этого не боюсь. Ну я не боюсь Мансамусу, ну, это Чингис, блин. То есть, ну представь, да. Я нападаю на Мансамуса, но Чингис нападает на меня, ГГ. Ну, как бы надо было, Чингис нападает, и вместе с Чингизом, и ГГ. Ну да. И Чингис такой, о, нифига, мы с тобой воюем вместе, да вообще, огонь просто. Как-то так и надо, наверное. Так, золотой век надо что-то сделать полезное. А, в золотом веке? Ну, я его запустил. А мне где-то хрены сидят, только я вот не знаю, где сидят. Вот тут хрены сидят. Тут с хренами все отлично. Кузница готова. Блин, а к войне я не готов вообще. Так, ладно, феодализм. Да, лучше. Провал! Как они прута! Чингис сложный механизм. Рабовладение, гражданская служба, да. Было бы неплохо. Да, гражданскую службу хочется, только научится у меня вообще 100 лет. Ну я пока не буду. Ну я уже пошел, уже выбора нет. Я отвлетел уже. Не, я уже как бы успел поставить даже несколько этих
Они просто тут все знают, уже феодализм знают, все знают. Изи, изи каточки у них тут. Да, ну тоже знаю. Мне желательно не торговать. Блин, это бюрократия знает, сложные механизмы знает. Опять у нас Ганнибалы, опять у нас проблемы. Надо заметь, какие сильные типусы. Да, дядьки вообще жесткие. Как я здесь могу строить ферму? Откуда здесь пресная вода? А, оазис, блин, ё-моё. Совсем забыл про тебя. Да, оазисом основан где? Опять у Мансамоса где-то. Так, только что, наверное, родился этот. Великий ученый родился и основали даосизм. Надо рынок срочно. Нужен срочно рынок. Я если что, то звук отключу, короче, но играть пока будем. Стол будет раз препарировать. Вместе со мной. Ну ладно. Не понял. What? То есть у меня один ход оставался до статуи Зевса, этот ход наступил, я ее не построил. What? Ах, почему? Мы же один одновременно построили ее. Такой бред вообще. Нечестно. Денег отвалили, не ужасно. О, барбариане появились. Да, катка следует. Я думаю, в таких ситуациях надо играть оборону и фастить оптику, чтобы хоть как-то встречаться и что-то мутить, короче. Иначе вообще провал.
Вы открыли свод закона. Вы открыли сложные механизмы. Я думаю, надо паузу делать. Жрать там. Ганнибал уже гильдии знает, инженерку знает, бумагу знает, гражданскую службу знает. Чингис учит инженерку. Ну, короче. Yes, sir.
Ганнибал косарь очков. Косарь 100. Она не бьет нам саму что там по территории. Я 7-й по войскам, 9-й. Ганнибал. Надо, короче, паузу делать. Давай еще два хода идти. Вы открыли гражданскую службу. Чингис знает инженерку, Мансамуса знает гильдию, а у меня нет коней. Надо меняться с Чингисом. Литературу. Поп-культуру меня сдавил. Может, у кого другого? А другой никто не знает. Ну что, сохраняем? Как это? Да какие? Это пиздец, 8 ходов, 100 лет. И чё, какая разница? Придёшь, будешь нормально дальше катать.
Не, короче, давай один ход еще, все. Ничего не произойдет у меня, но все равно. А я после инженерки пойду в оптику и тебя искать. Без вариантов. Инженерка как оборонитель. А я не представляю, как. Даже если я построю тут стак по-быстрому, как-то. Там у Чингисхана, наверное, столько юнитов. А пухнуть можно, его убить. А еще позовет с собой Ганнибал и вообще конец. Короче, я сохраняю. Все, сохраним.